Избирком Кыргызстана объявил предварительные результаты выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За места в однопалатном законодательном органе соперничали 16 партий. Необходимый 7-процентный барьер преодолели только 4. Наибольшее число голосов набрала партия «Беримдик». От нее баллотировался брат президента Асылбек Жээнбеков. Данные по партиям выглядят следующим образом. «Беримдик» 483 346 голосов, что составляет 24,53%. На втором месте партия «Мекиним Кыргызстан», которая набрала чуть менее 24% голосов. В 120-местный парламент также прошли партия «Кыргызстан» и оппозиционная политическая сила «Бутун Кыргызстан». Еще две оппозиционные партии «Бирбол» и «Атамикен», входившие в состав прошлого созыва, не набрали необходимого количества голосов. Официальные результаты объявят через 20 дней после голосования, но три партии уже выразили несогласие с обнародованными данными. Две из них вышли с протестом в центр Бишкека. За выборами в Кыргызстане наблюдали более 370 представителей ОБСЕ. Они дадут оценку избирательному процессу позже. Страна с населением в 6,5 миллионов человек уже не раз переживала политические потрясения. За последние 15 лет были свергнуты два президента. Еще одного бывшего главу государства осудили и приговорили к тюремному сроку.